Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру «Зомби-война». Ну что же, на нас прут ребятушки в брониках. Ребятушки, одно название только, ребятушки. Это зомбари злобные. Ну что же, давайте тогда Шарлотту для начала. Так, как видите, у меня, ребята, новый юнит появился. Это тот же самый гробовщик или деревенщина, как вы его называете. Но он немножечко усиленный. И у него есть способность отталкивать врага. Он ногой пинает. Так, что тут у нас? Обычный зомби. И что из этого? Зачем вы мне это показали? Он и раньше вроде был обычный зомби. Так, давай, чоппер. Начинает тут всех рвать. Ну давай, давай, быстрее. Бомбочку хочу, не бомбочку, этот, как называется-то, коктейль Молотова. Горите, гады, ну, беги, вот так вот. Отлично. Давайте еще одну, как говорится, шарлоточку вызовем. Не знаю, может быть, стоило вызвать мне девчину. Ну, я про то, что с резаком, чтобы баррикаду пробить. Смотрите, какой наплыв, а, идет. Волна, как говорится, пошла. Но пока мы держимся, ребята, держимся. Ё-моё, ну как же так? Ладно, девочка, беги. Если это вообще, конечно, девочка. Может быть, это мужик все-таки. Скорее всего, это мужик, блин. Ну и ладно, какая разница. Главное, что с резаком. Да, недолго она, конечно, там повоевала, но тем не менее... Половину хпшек у баррикады она снесла. И это очень хорошо. Есть, ребят, еще шанс у нас. Если сейчас у меня продержится долго мой строитель. Да, конечно, продержался. Горите тогда, гады. Все. Чоппер, давай, не подведи меня. Ой, как обычно, подошел. Один замах сделал. Отдышка трехчасовая у него. Бедненький, устал он, блин. О, ребята, сейчас волна пойдет. Елки ты палки. Ну, давай, 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 быстренько. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну, как так, блин? Я думал, все-таки он справится с этим зомби. Но, как видите, ничего не получилось. Да, тогда будем жечь. Горите, гады. Блин, успеет? Нет у меня стрельбы. Ну, пока он тут с каждым разберется. Ну, давай, 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 родной, не подведи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, еще разиков 5 ударь. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, ребята. Ха-ха, прошли. Причем 100%. Вот это я понимаю. Молодцы, сыграли как надо. Вау. Так, опыта получили. Звездочки, все как полагается. Вот теперь не знаю, что бы лучше сделать, а? Миссия 44 или... Так, 39-я. Давайте с нее, наверное, начнем. Так, начинается у нас с жирного, да? Токсического ублюдка. Других слов у меня на него нету. Пока ждем, ребята, ждем. Хотя, можно было бы вызвать... Нет, подождите. Ждем, 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 ребята. Если у меня сейчас Шарлотта выйдет и начнет стрелять, ну она, блин, начнет в брониках бомбить. А так бы, если бы она в этого толстяка бы бомбанула, он бы взорвался, и, соответственно, зомбари бы здесь получили колоссальный урон. Так. Ой, да ты тут такой же ватный, елки-палки, зря я на тебя только деньги потратил. Ай, Шарлотту сейчас завалят, блин, да как же так? Все-таки эти ребята довольно мощные, согласитесь, которые в бронежилетах. Фу, ё-моё, ну как же так, а? Ай-яй-яй-яй, жалко мне ее. Так, хорошо, храбрость. Так, чоппер, выходи. Ничего себе тут этих толстяков-то сколько понавыходило. Блин. Ну вот в бронежилетах они против огнестрела сильны, но в рукопашке не так, чтобы сильно. Они... Защита у них слабенькая в ближнего боя. Но тем не менее, чоппер почему-то, блин, еле-еле бомбит. Горите. Воу. Вот то, что надо было. Вот это сейчас было великолепно сделано.
Все, что надо. Давай. Давай, реза... Как тебя назвать-то, не знаю. Газорезчик, короче. Слушайте, довольно неплохо у нас идут дела. Она бомбит. Храбрость. Так, Шарлотта, главное не бомбани сейчас в толстого. Ё-моё, ну, Чоппер, давай хотя бы ты пробивай. Я просто неподуманно сделал, вызвав Шарлотту. В плане того, что у меня же там с резаком стоял чувак. А жирный, естественно, этот взорвался. Ну и ее снесло. А так бы она успела бы пробить ее. Глупую, конечно, я сделал ошибку. Строитель здесь у меня не выживет. Да, это однозначно. Ну, бомбани давай. Вот так, отлично. Давай, строитель, не тупи. А, да, он же для этого еще должен бомбануть. Все. Да ё-моё, один упадет, другой встает. Ну как так, блин? Главное, не загоритесь там сами у меня. Ёлки-палки, ребята. Вот так вот. Напортачил я сам себе, короче, сделал гадость. О, тихо. Давай, бомби. Ну, удар еще сделай, ты, ё-моё, что ты тупишь там? Да, о, фу ты нафиг. Неужели? Я думал, ну он вообще, конечно, тупит по-черному. Стоит, смотрит на эту баррикаду. Пока подумает, там, стоит ли мне бить или нет. Ой, ладно, хорошо хоть прошли. И опять же со 100%. Это очень замечательно. Нам, сами знаете, ребята, нужны и звездочки, и опыт. Звезды нужны, чтобы открывать дополнительные миссии. Так, у нас четвертая. Блин, 52-я. На свой страх и риск, ребята, я решил сюда пойти. Потому что я здесь, по-моему, еще не был. Или был, я уже не помню. Но однозначно мы не прошли ее. Так, давай, строитель у меня готов. Ждем, ребята, кто тут у нас? Кто будет выходить-то, а? Ах, ё-моё, это что за партизаны? Быстрый зомби, военное снаряжение защищает его от пуль. Быстрые зомби. Понятно, это те же самые бегуны, только теперь еще и бронированные. Но, судя по тому, какие они вялые. Ай, шериф, ты здесь бесполезен. Все, ребята, проиграл. Огнестрел не берет их. Блин. Надо будет потом как-то подумать, что здесь надо сделать для лучшего прохождения. Хорошо, давайте где-нибудь здесь выберем подходящий для нас уровень. Так, здесь у нас только один. Испытание 2. Невозможно. Это не сапсами ли? Нет, это, по-моему, здесь, ребята, у нас будут сейчас бегуны. И причем очень много их здесь будет, да? Так, вот у нас первая партия пошла. Первая партия пошла, и все ломанули. А, нет, ребята, это же здесь шокеры. Ёлки-палки, ладно, давайте-ка вот так вот запалим здесь все. А вдруг прокатит. Бегуны, бегуны, бегут, гады. Ну, строитель, захвати их там, перехвати, я не знаю, там что хочешь делать. Ну, отбили, ладно, отбили, хорошо. Так, у меня пулеметчик. Да гаси ты этих. Блин, не хватает ему силенок забомбить шокеров. О, сейчас Шарлотту завалили, да? Да, завалили. Нет, только не автобус, ребята. Только не надо мне бить мой автобус. Ну, и как вы думаете, ребят, пройдем мы здесь? Ах ты, елки-палки, рядом с автобусом они воскрешаются. И еще одна волна. По-моему, нифига не получится у нас тут. Слишком много этих зомбарей бегающих. Да, к сожалению, не прошли. Ну что ж, зато я буду знать. Если бы я еще запоминал, ребята, какая миссия что значит, я бы больше и лучше бы подготовился бы. Хорошо, давайте тогда что-нибудь другое попробуем. Так, тут у нас очень-очень много пройдено. Конечно, не с тремя звездами, как хотелось бы. Но тем не менее. А остальное мы пока, наверное, не потянем. Так, а здесь у нас вот точно собаки, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Отлично. Давай, давай, бомби, не тупи. Ух ты, как быстро. Как у нас тут все хорошо. Ребята, вы посмотрите, ну, пробивайте, успевайте пробить, чтобы не тронул. Есть.
На 100%, так? Да, ребята. Ха-ха, вот это круто. Блин, 3 звезды получили. Все-таки у меня получилось пройти. Может быть и эту получится, а? Удача. Ой, а это что такое у нас? Что это за новый вид зомби такой? С вывеской с какой-то на груди. Дайте. Самый безобидный зомби. Это в каком понятии самый безобидный зомби? Что она... Ой, собаки, собаки, ребята. Да что ты мимо-то пропустил? О! Блин, ну почему они бегут на мой автобус? Почему не можете нападать на строителя того же самого? Горите, прости там. Самый безобидный зомби. Почему-то у нее даже хп нет, ребят. Она просто тупо стоит и ничего не делает. У меня есть пулеметчик. Ага, все нормально, ребята. Все очень хорошо. Но, тем не менее, автобус мы покоцаны. Да, не прошли мы. Точнее, мы прошли, но не 100%. Ладно, хотя бы не зря сходили. Слушай, ну безобидный зомби, для чего он, интересно, здесь нужен? Просто так, для красоты? Или это как типа бонуса какого-то? В общем, я не понял. Так, давайте-ка, наверное, я не знаю, может быть... Что здесь у нас? Блин, у меня даже это еще не пройдено. 33-е, невозможно. А здесь 44-е сложно. Ага. Так, понятно, это у нас, ребята... Как их зараженные, да? Да, это именно они. Так, ждем, ребята, ждем. Побежали. Ну, будешь бить? Будет. Куда он денется? Увидимся в аду! Это точно. Вот с этим вот гадом... Ну, как-то ты уж вообще слабенько-то бьешь, браток. Давайте, может быть, так будет получше? Накумаривай давай, не стой, не тупи. Блин, а поджигать-то их бесполезно. Ёлки-палки, они же в огнеупорных костюмах. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Плохо, ребята. Ладно, этого снесли, этого тоже. Наверное, я зря, ребята, двух лопатчиков этих вызвал. Сейчас они здесь и полягут. И при этом они воскреснут. И еще больше будет зомбарей. Так, храбрость. Нет, можно было бы, конечно, и чоппера. Но вы знаете, он медленный, нудный. И дорого стоит. Так, у меня есть коктейль Молотова. Давай, выходи. Если ты сейчас меня подведешь, блин, я тебя заменю. Надоел ты мне уже. А вы горите. Ну, ну еще молоточком давай. Молоточком. Так, сварщик, давай там. Ай-яй-яй-яй-яй, да как же так? Ну, блин. Ну вот почему не секундой раньше вы выбежали, а? Уродцы вы мелкие. Взяли моего резчика, убили, а? А так бы он бы сейчас там забомбил. Не по-детски, если честно. Ну когда коктейль Молотов там... Вот, сделался. Вот самое плохое в этих жирных, да, вот они взрываются и заражают моих солдат. Все, видите, они все легли там. Это, конечно, большой минус. Хотя по атаке они не такие сильные. Какого лешего происходит? Ой, строитель мой воскрес в виде зомбаря. Да бей ты его лопатой-то посильнее. Что ты там сопли-то жуешь, не понимаю. Слушайте, может быть прокачать мне этот коктейль Молотов, чтобы он наносил поколоссальный урон-то, а? Ведь это же хорошо, когда они горят. Тихо, тихо, блин, уже автобус бомбит. Давай, давай, шериф, ну пока ты там со своим пулеметом вылезешь. Так, отлично, чуть-чуть, конечно, не добил он верхнего зомбаря в бронике. Оу, ребята, о чем я говорю? У нас тут время-то уже поджимает, сейчас волна побежит. Да, не прошел я этот уровень, миссию эту запорол. А знаете почему? Потому что зомбарь, который, когда я вызывал резчика, выбежал на секунду позже. Если бы он пораньше бы выскочил, возможно, исход бы был совсем другой. Но
Что сделано, то сделано. Ничего не переиграешь. Ладно. Хотя на самом деле миссия не такая уж и сложная, если даже прикинуть. 47-я у нас будет следующая. Так, это что еще за говноед? Производит инфекцию, укрепляющую здоровье всех зомби в небольшом радиусе. Ребята, ё-моё, это что ли получается, как бы вам сказать? Ага, вот я так и думал. Дает дополнительную защиту. Смотрите, зомбарь с двумя полосками. Вначале надо белую ему отобрать, а потом только основную. А как ты у нас? Ага, он ничего не может делать, он просто пыхтит. Драться он не может. Ну, хоть какой-то плюс. Но зато, смотрите, он укрепляет своих зомбарей. И причем на все время, я так понимаю. Да, эта полосочка не сходит, ребята. Вот это вот заговнили мне. Ну хорош, еще ты тут выбегаешь, блин. Ну-ка, перехватывай. Отлично, блин, умница. Так, надо вот этого говнюка, он сейчас будет тут пыхтеть. Загорелся, отлично. Ё-моё, он сейчас будет пыхтеть. А этим... Да, смотрите, он за каждый пых восстанавливает им защиту. Поэтому в первую очередь надо умудриться снести, скажем так, баффера ихнего. Зомби-баффер. Других слов у меня нету. Так, Шарлоточка, ты у меня должна на раз их... А, нет, они же в защите сейчас. Поэтому придется ей пыхтеть, чтобы пробить их. Так, отлично, давай, родной, беги. Ай-яй-яй-яй-яй, ну-ну-ну-ну. Все, нет, нормально пока. Но эти два идут ей навстречу. Ай, с кулака снес. Упырь. Гнилой кулак, я тебя назову. Потому что у него на самом деле, смотрите, рука такая, одна маленькая, а другая здоровая просто. Ах ты, черт, подери. Сейчас мои тут воскреснут. Ну нет, ну блин, они без конца идут, а? Ну как вот так вот, идет волна за волной. И как тут ей противостоять? Я лично ума не приложу. Давайте этого баффера, зомби-баффера снесем. Так, мы его убили. Эти горят потихоньку. Но то, что у них вот этот баф, дополнительная полоска жизни, конечно, дает им большое преимущество. Был бы у меня такой же, да? Чувачка какой-нибудь вызвал. Оба-на, он тебе дает дополнительную полосочку ХП. Да я бы тут вообще бы игру бы за раз прошел бы. Так, давайте, давай. Да ё-моё, ну вот только. И волна еще тут. Ну, давай, немножко осталось. Ну, добомбите вы. Да-да-да-да-да. Ну, только бы не помешал. Отлично, ребята. Вот, вот оно. Пошла фортуна. Главное, что мы прошли. Блин, это вот совсем другой разговор. Мне вот это вот стимулирует и дает уверенности в том, что я еще не такой потерянный в этой игре. Так, открываем. О, ребята, а с горючкой-то у меня все, тю-тю. Больше ее и нету. Да, ребята, очень плохо, конечно. Ничего не поделаешь. Без горючки мы не сможем с вами никуда пойти дальше. А заданий еще, как видите, куча у нас. Да, можно было бы, конечно, что-нибудь усилить. Деньги пока есть. Давайте вот так вот сделаем. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии, ребят. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам.